Атмосфера праздника прям замораживает. Здесь много чего интересного, игры, много всякой разной еды вкусной, там шашлыки, картошка, боже, это все очень вкусно и весело. Пинск очень красивый, у него необычная старинная архитектура, мы занимаем второе место по красоте после Гродно. А для нас, для пинчан, мы первые. Мне нравятся наши такие, хоть это небольшие холмики, вот этот рельеф, но это так красиво, это так замораживает, вы просто не представляете. Когда мы в поездку ездили, когда мы фоткались на этих полях, это так красиво, просто сразу такая любовь. Марафон единства заставляет на время отказаться белорусов от природной стиплости в национальном характере и продемонстрировать весь богатый потенциал своего края. Нам есть чем гордиться, и народная акция это подтверждает. Впервые в Пинске легендарная команда «МАЗ Спорт Авто». Это своего рода ода белорусской инженерной мысли, машиностроительной отрасли и ему самому, белорусу с упрямой верой в результат. Кто мог тогда подумать, что на обломках Советского Союза небольшая страна создаст автомобиль, способный преодолеть тысячу километров бездорожья. Здесь сегодня мы привезли с собой автомобиль МАЗ 5309. Эти машины, которые первыми покоряли пустыню, для МАЗ это были первые шаги. Тогда и мы немного в себе сомневались, и в технике сомневались, и в людях сомневались. Но с годами доказали, что и наша техника, и люди способны на очень многое. Пинск – город пересечения путей из древлеводных по Пине и Припяти, современных автомобильных и железнодорожных. В зале ожидания вокзала – знаковая встреча. В качестве спикеров – капитан команды МАЗ «Спортавто» Сергей Визович, пилот Павел Мурылев и тот, кто с легкостью мог бы стать штурманом на любом политическом ралли, депутат и политолог Вадим Гигин. Разговор без монтажа и склеек о любви к стране, истории суверенного государства, которое доказывает, что белорусы умеют побеждать трудом и упорством. Мы показываем, что в нашей стране можно реализовать все свои возможности, свой потенциал, будь то космос, спорт, наука. Мы, белорусы, одна большая семья, и мы должны работать все в общей команде. Вот этот командный дух, которым пропитаны наши спортсмены, мы хотим, чтобы он передался нашим слушателям, нашим зрителям. Поколение белорусских машиностроителей уже вписали свои имена в историю страны. Время за новыми. Будущим профессионалам в самых разных отраслях. Напоминание на долгие годы. Мурал на одной из многоэтажек Пинска. Будущее Беларуси в твоих руках. Именно в наших руках наша сила, мощь. Мы можем помочь Беларуси развиваться дальше. Поэтому это круто, потому что я состою тоже в студотрядах, в БРСМ. Я считаю, что как будто тоже приложила руку, именно чтобы такой арт-объект появился в нашем городе. Красивый арт-объект получился. Я думаю, он будет украшать город и нашим предкам оставить письмо, послание, как они должны жить и вложить им фундамент в будущее. Знания в истории, культуре и традициях пинская молодежь сегодня проверяла уже в традиционном интерактиве марафона единства. Квести – это все мое родное. Вопросы о белорусских достижениях, национальных блюдах, факты из истории, песни о родном крае и зажигательные танцы. Я смотрю, знаете, как вот с этими вот копейками глазами, в плане того, как ребенок. То есть я вижу все вот эти заводы, предприятия, и мне очень интересно, потому что до этого я такого не видела. Глядя на все вот это вот, есть гордость за страну, потому что она развивается, она растет, она хочет делать так, чтобы жизнь наша становилась лучше. Полесье – край людей, чьи характеры закаляли непроходимые топи болот. Именно на Пинщине командир Василий Корж создаст первый белорусский партизанский отряд. Мужество городу, который лишился 2/3 населения в годы войны, не занимать. А память живет и сегодня. Фрагменты героического прошлого нашего народа нашли отражение в передвижной экспозиции столичного музея истории Великой Отечественной войны. Мы благодарны нашим прабабушкам и прадедушкам за мирное небо над нашей головой. И мы, молодое поколение, обещаем, что такого больше не повторится. Историю длиной в 3 десятилетия сегодня можно было увидеть на выставке с говорящим названием «Беларусь. Взлет». На плакатах фотографии, где все познается в сравнении. Непростые 90-е и современность, не знающая, что такое огромные очереди за молоком и детское питание по талонам. За 30 лет поменялось очень много. И это видно абсолютно в разных сферах, во всех сферах. «Беларусь. Взлет» – это выставка о простой жизни белорусов. У нас две выставки здесь на марафоне единства. Одна из них называется «Суверенная уверенная». Она работает в месте, где будет проходить итоговый концерт. А вот эту выставку мы показываем как раз-таки на вокзалах, в торговых центрах. И она будет дальше путешествовать по стране. Время выбрало нас, и не поспоришь. Полесье – край радушных и гостеприимных людей. Белорусов со знаком «К»
качество во всем, чего они прикасаются. Масштабный концерт, кульминация марафона «Единство» сегодня звучит на особом полесском диалекте любви к своей стране и своему народу. 11-летний Родион Демянчук 2 года назад одержал победу в творческом конкурсе юных чтецов «Живая классика», съемки которого проходили на студии нашего телеканала. Сегодня он снова в объективе телекамеры СТВ, но уже в качестве серьезного артиста. На масштабном концерте мальчик исполнил стих «Мир не бывает чужим» Анны Силук. Зрители едва сдерживали слезы. Разве чужая земля, если на ней мать стоит? Я волновался, но чувствовал поддержку своих родителей. Я понимал, о чем я читаю, о мире, потому что, чтобы не было войны, потому что война – это страх, голод, смерть. Грандиозное шоу в Ледовом дворце Пинска объединило около 800 исполнителей на сцене как любительские коллективы, так и знакомые каждому белорусу артисты. Наши эмоции, мы, артисты, как будто, наверное, самое светлое, доброе, разумное, прекрасное несем мир нашему зрителю. И мы искренне присоединяемся к этому марафону, потому что во всеуслышание хотим сказать о том, что мы вместе. Брестская область – это то, что с детства тебя наполняло. И я вот сейчас с вами разговариваю, вспоминаю свое детство, своих бабушек, дедушек, которые дарили любовь, мама, папа, бабушки, дедушки. Это то, что нам дает подпитку потом в жизни. Народный ансамбль «Пинская шляхта» из года в год передает культурное наследие своего региона, национальные костюмы и танцы западного Полесья. Каждый номер коллектива отражает широкий колорит пинской земли. Народные танцы любят, принимают. У нас были очень хорошие аплодисменты, овации. Было все круто. Самобытный музыкальный фольклор звучит в нотах заслуженного ансамбля песни и танца «Полесские зори». Вот уже почти полвека коллектив поражает слушателей своими яркими эмоциями и пронизывающими душу мотивами. Тяжело дал я рук, тяжело дал я рук, ладошка занесло. У нас есть что показать, у нас талантливые люди, у нас очень хорошие труженики села, которые всегда заботятся о благосостоянии нашего города, района, о нашей Брестской земле, о нашем центре Полесья. Мы всегда будем стараться делать, чтобы наш край был самым красивым. Яркие декорации, свет софитов, неподдельные эмоции зрителей, которые поют в унисон с любимыми исполнителями. Именно так звучит ода белорусской земле. Я считаю, что этот марафон полностью оправдывает свое название. Он действительно объединил весь народ региона и в целом всю страну. Вообще очень здорово, классно. Грандиозный проект продолжает шествие по стране. Организаторы назвали следующие остановки. Следующие города – это Могилевская область. 15-16 ноября мы будем в Бобруйске. И 22-23 ноября мы будем в Могилеве. В Бобруйске запланировано максимальное участие знаменитых выходцев из Бобруйска. Там гостей концерта ждет интересный дуэт, пока я не буду раскрывать все секреты. Ну и в Могилеве, конечно же, будет интересный концерт. Вместе мы силой, и только сообща сможем добиться любых высот и преодолеть даже самые сложные испытания. В этом и есть истинный смысл марафона. Невзирая на трудности, сохранить наше родное, свойственное белорусскому народу единство. Олеся Иванова, Кристина Протасовицкая, Патриция Станкевич, Евгений Титов, Евгений Трасько, Станислав Пекарский, СТВ, Брестская область.